Кордоны, просто это, чтобы теперь проникнуть в концертный зал, на концерт нужно пройти целую полосу препятствий. Мне сейчас рассказали, что там с вами творили. И температуру мерили, и QR-коды проверяли, и что только. Ради бога, извините. И еще раз огромное спасибо, что вы все прошли через эти препятствия, и все вы оказались в этом зале. Мы невероятно по вам соскучились и очень рады этой встрече. Тем более, что мы сейчас презентуем новую нашу пластинку, двойную пластинку, одноименную концертную программу. Все будет завтра. Белым-белым улетела стая в небо, убежала радость от меня.
Ищу пес сам не свой ничей. Может, так и надо надевать с пальто. Ведь твой замок не открыл никто. Было много разных, только все не то. Что не вход, то выход из нашей пито. Отпусти себя. Никто не держит. Чей по мне любимая земля. Отпусти себя. Никто не держит там ему тебя. Кровом надежды. Отпусти себя. Уже никто не держит там просто не песня, а крик души сейчас будет. Oh,
Yeah.
кровоток остановился. Пошли.
Спасибо огромное. We'll be right back.
Thank you.
Чтобы спочили ржавы, железный ангел за водой, цветок очищенной трубе, оттуда трубочка любую, из руки осыпали судьбу, и были воздуха лежит, а снег все падал, падал, падал куда-то вниз. И я за ним, и кто-то плакал, падал снег, дома камилами гузели, свивалась нитка и схудели, тянулось время в полусне, никто на низкий небосвод не посмотрел, не помолился, ржавый ангел снег свалился, когда окончился завод, а снег все падал, падал, падал куда-то. За ним и кто-то плакал, остановись. И было странно, опрокинул небосвод. Гнилый снег лицо откинул. Thank you.
Thank you.
Bye.
кому я нужен? Я здесь лишь гость, приду поможем. Скажи мне, гость, зачем я нужен? Thank you.
это праздник. Ну или преддверие праздника. День рождения. Thank you.
Я вот поменялась сегодня местами. Хочу... Нет, знаешь почему? Я тебе объясню. Смотри, во фланели BPM 122, а в катапульте 127. Мы близимся к коде концерта, и поэтому нужно ускоряться, как в коллайдере, понимаешь? Иначе то самое, мы не достигнем. А, ну тот речь, это 10... Катарсиса. 10 бит на каждую долю бочки получается. Это дэнс. Кажется, что это быстрее. Даже если быстрее это катапульт, то она не быстрее, да, мне кажется, да? Да. Слушай, давай сегодня проведем такой эксперимент специально. Знаешь, просто в городе Кемерово такие лояльные, добрые люди живут. Или это после смертного Нет, это... Ну, это вообще в принципе. Это как-то вот что-то навеяло все-таки. Мне захотелось, потому что... хорошо, спасибо вам огромное. Огромное спасибо. Выдвигаете на какие-то творческие эксперименты по наподвиге. Чудесное совершенно выступление. Еще раз, не сколько впечатлений. А Лаи нахожусь, да, с Коровой, просто при Соловьевой. А почему я всегда эти две фамилии путаю? Соколов и Соловьев. Вот я, знаю, сейчас немножко потрендю, совершенно очарована лектором. Я, Валерка, тебе о нем говорила. Иван Григорьевич Соловьев, который, он же композитор, он прекрасный пианист и он педагог. Я сейчас просто взахлеб слушаю его лекции. У него их порядка 150 или даже больше. То есть настолько такая детальная и очень при этом деликатная и интересная трактовка огромного, конечно, произведения, причем он тут же все это сопровождается чудесными цитатами, он еще и прекрасно их исполняет. В общем, всем очень рекомендую, кто хоть маломальски как-то интересуется музыкой, а даже если не интересуетесь музыкой, я думаю, это будет очень интересно, лекции Ивана Григорьевича Соловьева. Все, я считаю, что день прожит не зря. Я с вами еще и выполнила сегодня. И сумма добра, надеюсь, в мире увидеть вас. И все-таки планы.
почему? Потому что почему я не вспоминала эти песни? Потому что песня «Катапульта», она такая, знаешь, более призывная, что ли, какая-то она, ну такая, объединяет людей. Призовем. Призовем. Катапульта. Катапультируемся. Правильно, направление. Вообще изначально мы хотели назвать альбом «Пазлы». Но знаете, меня как человека, достаточно трепетно относящегося к фонемам, к фонетике, вообще к слову, вот это «злы» в слове «пазлы» как-то меня отвратил. В общем, было принято другое решение. Но тем не менее для нас все пазлы
в этой пластинке сложились, мне кажется, наилучшим образом. Надеюсь, это так?
была ты мне первой встречной. Сердце сразу сказала, милая, все тебе я долг отпросила я, ничего не знав даже имени. О, люби меня, о, люби меня ты. И же я по губам излиленной, по надменности их усиленной, по тяжелым надбровным выступам, это сердце берется. Момент обязывает после новинок спеть старинки.
разрешается, ты капли неба, взгляд и тень. Потом хитрый лабиринт, посередине бьющей тропе, облескивая старый палатин. Yeah.
мной. И на скользких тенях, что летают, бросая тревожный след на золотое кольцо. Спасибо.